Я оставлю эту кошку, пойдем туда. Идем там. Ага. Я хотела ее покормить. Там были ну все, иди смотри. Поросята. Так, что тут у нас? Я хотела ее покормить. Тут барашки, о, какие породистые, смотри. Погладить можешь. Можно? Че? Ты могла их покормить. Кушать хочет. А я что, виноват, что ли? Пойдем купим, еще еду. Идем, о, черепаха, смотри, здесь. Ой, там... Слушай, может, их трогать нельзя? Это же чиншилла. Это? Это морские свинки, по-моему. Я сильно в них не разбираюсь, но, скорее всего, это морские свинки. Что? Вот это кролики, их можно погладить, можно. Я хотела им кушать, да. В другой раз мы с собой принесем покушать. Нет, там була. Ну, мало не взяли. $2 стоило. $2? Да. Ихних животных мы должны кормить, они должны бесплатно нам вообще-то это давать. Я сказала $2. А им зачем кормить? Смотри, у них сколько корма. Пойдем, успеем, всех посмотрим потом. Крысы. А? Крысы. Я так их не люблю. Так. Так, мы еще там поросят не сняли. Давай поросят снимем. О, свинки. Поросят. Так, они могут укусить, давай их не трогай лучше. Ого. Два поросенка. Как мы их назовем? Давай. Кто и кто? А? О, гуси, утки. Наш кроликик! А? Это не наш кроликик! Так у нас же есть такой кролик. Сейчас обезьянок еще посмотрим. Пошли, вот. О, козочки. Вот козы, видишь, какие красивые какие-то. О, там палец не сунь, смотри, нельзя, они кусаются. О, смотри. Это кто там? О, смотри. Смотри, он же старается, он же старается что-то... Кто будет укусить? Он хочет у меня что-то уже взять, посмотри. О, ты даёшь, какой. Смотри, что он делает. Играться хочешь? Подожди, иди сюда! Иди сюда! Что? Подожди! Посмотри на эти! Анна, смотри, что она делает! Посмотри на эти! О, телен, телята, видишь? Теленок! Вот твой пони. Ну их ты сильно не трогай. Вот твой пони, вот он. Ой, она уже кушать хочет. Ой. А, подожди, а там что-то будет. Там что-то. Подожди, там что-то будет. Забей на этого. Подожди. Кто там? Это белка. Это белка. Белочка. Белка. Вот что голуби. Вон голуби. Попугаи еще тут. Попугаи, голуби, все вместе живут. Енот, это енот. Иди покажи енота. Где? Вот енот. Угу. Двойная клетка, что вот.
палец кому-то не откусили. Ты попугай. Кто? Колчатый. Колчатый попугай. А вот еще кто? Да. А вот еще кто? Страус. Я мог не забудь остального шлема. Могу украсть сережку. Они могут и это самое украсть что-нибудь. Запишать хочет. Вот этот пони вот. Видишь лошадку? Это маленькая лошадка. Покататься можно за 3. Ну, за 5 лари можно покататься. Но я думаю, что не стоит. А? Я тоже там 2 лара купим потом. Да она сытая ходит. Ты почему она так? Ты думаешь, что она что, голодная здесь ходит? Вот, страусик. Еще один страус там. Вот. Газ Эму. А еще хорошая ванна. Что тут есть, значит? Тут есть. У нас лошадка пони. Не надо, чтобы она все. Не укусила. Тут есть у нас. Две шапки могу укусить. Кто? Типично, могу укусить. Да, могут укусить, правильно. Кукушка 5 лари. Так, а этот попугай что-то спит и вообще не двигается, она. Ну что, вот это и есть мини-зоопарк, который... Один билет стоит 8 лари. Я думаю, не стоит таких денег. 8 лари это где-то 3 доллара. Там одинаковый кролик, как у нас. Да я знаю. Одинаковый. Сейчас кролик. Еще вот этого поснимем. Вот этот интересный, вот. А мне здесь что у нас? Прикольная обезьяна. Тут что у нас? И что интересного? Курочки, индюки. Палец убери. Ага, посмотри, наш кролик. Я понимаю. Это как наш кролик, видишь? У нее тоже одно ухо. Не знаю, вдруг нельзя, мой. Куда же боялся? Надо бы серого.
хочу. Да не надо, они грязные, наверное. Кто-то сказал мне. А можно их поклевать? Я не знаю, они, наверное, кусаются. Вот этих цыплят можно трогать. Мой. Можно трогать. Они даже думают, что ты им кушать даешь, видишь? Так, мне больше всех понравились вот эти овцы. Они красивые, круглые. Так, что здесь в аквариуме у нас? Змей? А, улитки. Анна, иди, змеи тут есть. Вот здесь, например... Вот здесь улитки, видишь, какие большие? А вот там змея, смотри. О, змея какая, но их трогать нельзя. Это... Ядовитая, скорее всего. Иди сюда, мне это смотрят. Хочу смотреть, тебе покушать. Вот еще змея. Вон там какая-то. А где шиншилла? А это кто? Шиншилла. А? Шиншилла, ты видишь ее? Чего ты взяла? Что иди сюда, что-то я хочу тебе сказать. Подожди, а тут кто живет? Лягушки водяные. Эти лягушки, давай я буду здесь. Хочу тебе сказать. Что ты хочешь? Что? Это... Сейчас дождик начнется, Аня. Рекомендую надеть перчатки. Ну да, перчатках надо трогать. Ну, надо помыть потом руки. Сейчас пойдем помоем руки. Что ты когда не кушаешь, сейчас я покажу. Да они свежую траву хотят. Сухая трава им надоела. Как надо? Что ты хотела? Ну, сухая она уже. Что ты она кушает? Да он не кушает. Так, ну что? Вон морковку дали. А это что хотел? Там была лава. Они вообще должны бесплатно это дать. А, как бесплатно? Они должны бесплатно дать нам, чтобы мы их накормили. А можно было из дома принести. Ну что тут интересного? Больше ничего интересного здесь нет. Вот и весь контактный зоопарк. Курица вот красивая, конечно. Вот. Какая-то породистая, красивая. Я тебе снимаю, курочка, повернись сюда. Что ты на школе? Все, все, пойдем. Выходим. Я дома успокоился. А? А сейчас дождик начнется, Анна, мы это... Не успеем выйти, сейчас дождик. Что-то тут есть. Где? Вот. О, курица какая-то красивая. Вот это да. Красивая курица. А что она? А, она там на яйцах сидит. Там она, наверное, снесла яичко и сидит. Ну, вот
будет кормить. Ну вот же кормить. Нет, так не хочу, я хочу домой. Я тебе скажу, не стоит сюда заходить, ничего. Можно я потрогаю? Кого? Вот перчатки надо было одеть и трогать, но в перчатках не надо трогать здесь сейчас. Они могут кусаться. Это кто? Морская свинка. О. Цыплят можно трогать. Все, значит, отчаян. Вот черепахи, вот сколько. Вот сколько черепах. Пошли, выходим. О, такая мельница сделана типа. Все. Все, пошли. Уже дождики начинаются, смотри. Пошли. Вон уже дождики идут. Пошли домой.